Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Апокин Александр, я врач-стоматолог, работаю в Москве. Сегодня у нас запись видео на природе. Наконец-то я не в машине, не в клинике, а у меня перерыв. Но этот перерыв я хотел бы провести с пользой для вас и для наших уважаемых партнеров торгующих организаций. И я хотел бы поговорить с вами о плюсах и минусах продукции Никтон. Потому что у наших торговых представителей возникают в соцсетях вопросы, чем хорош Никтон. Я вот сейчас с вами об этом поговорю. Значит, сначала кратенько о продуктах. Значит, Никтон бывает в нескольких вариантах. Он может быть голубого цвета в трех толщинах. Тонкая, средняя, толстая. Бирюзовый, такой зеленоватый оттенок. Тонкий, средний, толстый. Черный цвет, либо средний, либо толстый. Все. Без латексных пластин пока нету, они еще в разработке. Значит, имеющаяся продукция сейчас поставляется уже по договорам с компанией ООО «Роберт-Дам Клаб» в Россию. Продукция это очень хорошая. В силу особенностей начала только ввоза пока что идет продажи по предзаказам. Но почему есть ажиотаж вокруг этой продукции? Я вам сейчас попунктно это расскажу. Это по качеству продукт номер один в мире. Он обладает рядом уникальных свойств. Значит, во-первых, у него чуть-чуть более такой плотный состав. Там больше каучука, меньше латекса. Значит, в плане толщин средний латексные, средние платки Никтон, они чуть-чуть жестче, чем средние по толщине платки, допустим, Century или Duradam, или Medenta. То есть, что нам это дает? Это позволяет получить идеальную или близко к идеальную инверсию платка в десневую борозду. То есть он лучше там держится. Не то, что сказать, вот это какой-то феномен, что он там прилипает. Нет, он просто держится. Если вы его туда завернете воздушной струей из пустера, он, ну, как бы сказать, жестче, он пытается стянуться обратно к своему исходному диаметру перфорации в латексном платке. И он держится лучше при инверсии. Что наказывает лучшую ретракцию на мягкие ткани. Потому что он жестче, и это дает очень важный параметр при глубоких разрушениях твердых тканей зуба коронковых уже под десну, в области особенно под контактными пунктами, при глубоких вторых классах эти платки дают вам прекрасное сухое рабочее поле, что бы там под ними не творилось, какая бы там ни была воспалившаяся, раскровившаяся десна, у вас будет сухое рабочее поле. Это такой, знаете, спорт. То есть тут надо преодолеть. То есть вы ставите хорошо якорный кламп, выбираете жесткий платок Heavy от Никтон, неважно какого цвета, и одеваете его во второй класс. Проводите инверсию, и все. Никакого шаманства с этими тефлоновыми валиками, катышками, ничего это не нужно. Там будет все сухо сразу. Вторая сторона вот этой вот жесткости. Он крепкий. Это платок, который выдерживает, что вы по нему возите бором. Не надо это специально делать, но он это выдерживает. И вы можете иногда себе позволить какой-то один-два не совсем точных движения, немножко коснувшись бором, но при обязательном хорошем вводном охлаждении ротационного инструмента в турбинном или повышающем наконечнике. Далее, значит, я уже не говорю о его уникальном цветовом решении. То есть это два очень приятных цвета, и бирюзовый, и голубой. Это официальный платок компании группы Style Italiano, и все самые передовые клинические примеры врачи снимают на фоне этих платков и ортопедию, и эндодонтию, и реставрацию. Это очень здорово дисциплинирует в работе быть аккуратным и делать все красиво. Это очень здорово для настроения во время работы. Это подчеркивает класс вашей работы и для пациентов. Они очень приятны на ощупь.
Ну и как бы на данный момент ничего лучше нету. Если вам что-либо из этого нужно для вашей практики, пожалуйста, обращайтесь к ООО «Роттердам Клаб», его представителю Андрею Селецову. Он вам расскажет о графике предзаказов на эти платки «Никтон», и вы сможете в это включиться и получить это. Если у вас есть еще вопросы, задавайте под этим видео. У меня есть на канале отдельный плейлист с клиническими примерами, выполняемыми на «Никтоне». Пожалуйста, заходите, посмотрите. Там с аудиокомментариями я немножечко рассказываю об этом всем. Жду ваших вопросов. Покупайте «Никтон». Андрей Селецов, вперед! До свидания!